Мне кажется, что у мужчины должно быть настоящее хобби, такое, в которое он окунается с головой, реализуется, становится лучше, да и просто отдыхает, когда занимается любимым делом. Вот мое хобби – это автомобили, а если быть точнее, то это мой Jetix. Всем культ! Меня зовут Никитос, и сегодня я вам расскажу о своем красном автомобиле. Всегда мечтал о классном автомобиле. Из-за чего? Из-за своих друзей, которые всегда были старше меня, ездили на крутых тачках, гоняли за городом, вот эти двери вверх, это все было время Need for Speed'а и такого жесткого, я бы сказал, тюнинга. Но я всегда смотрел, и меня удивляло то, что ребята всегда удивляют окружающих. Неважно, какую эмоцию вызывает автомобиль у окружающих, положительную либо отрицательную. Любая эмоция – это успех. И именно этот автомобиль вызывает эмоцию всегда, но положительную и отрицательную – неважно. Jetix был приобретен в 2014 году лично мной за очень большие деньги на то время. Не будем говорить сколько, но он был самым дорогим из всех МК2. Изначально автомобиль покупался именно для постройки проекта. Я поставил цель перед самим собой построить лучший МК2 в стране, неважно, Golf или Jetta. Сперва вообще смотрел только на Golf GTI, но попалась Jetta. И когда мы ее поехали с Егорычем смотреть, это была любовь с первого взгляда. Она была самой дорогой и самой крутой из всех GTI или GTX. Она вообще одна такая была в продаже на рынке Беларуси. Поэтому через два дня, оставив залог, через два дня я стал счастливым обладателем своей красной ракеты. И меня уже было не остановить. Первое, что я сделал, выкинул порванный Vaxport отсюда. И у меня уже лежал черный кожаный Vaxport с третьего Passat B3 VR6 в универсале с подлокотником, с подголовниками, в очень классном состоянии. И я буквально на следующий день уже вкинул сюда первый тюнинг. Автомобиль был на узких бамперах, GTX обвесе, он 88 года, двери уже рестайлинговые, без форточек. Он был немного занижен на подвеске JOM, уже переведен двигатель был на электронный впрыск, мотор стоял заводской КР на 139 сил, и мотор уже был в таком себе состоянии. Дальше мы его откапиталили, а теперь вообще вовсе поменяли. Вот такое начало истории про мою охуенную тачку, блядь. Ну там резанешь этот момент. Ребятки, напоминаю вам, что главный партнер наших выпусков – магазин обуви Airshop. Находится на Забитской 6. Все самые приятные цены на классную обувь именно у них. Рекомендую. Залетаем на Забитскую 6. Итак, сказать, что можно закончить такой проект, наверное, ничего не сказать, потому что проектные автомобили строятся всегда. Но я вам скажу, что в этом году я спустя 7 лет пришел к тому, что автомобиль практически закончен. Из крупных доработок все, что я хочу сделать с ним этой зимой, это его покрасить. Аккуратненько собрать и доделать всякие косячки и мелочи. Но это все мелочи. Из крупных остается только покраска. Еще были планы по багажному отделению, там тоже доделается, и музыка. Но музыку я успел сделать еще в сезоне. Я бы начал
вам рассказывать о доработках, которые я здесь сделал за 7 лет владения, потому что их было достаточно много, они менялись, и это практически конечный вид автомобиля, который будет у меня, я надеюсь, что всю жизнь. Ну что, погнали по передней части Jetta. Из доработок основных, конечно же, Rally Front, которых было выпущено вообще 5000 штук в мире, очень редкий ништяк, один из самых редких фронтов из второго поколения. Внутри здесь тоже не все так просто, заводские ралли-фары не светят от слова совсем, поэтому внутренности были аккуратно извлечены из фар и поставлены компанией DBS BY. Сюда полностью световые блоки от компании Optima. Линзы 3 дюйма, ближний, дальний в линзе, дальняя дополнительная секция и габарит тоже здесь. В этом году габариты я выключил из фар и оставил их только в поворотниках. В автомобиле сделана полная диодизация, то есть в автомобиле нет ни одной лампочки накала. Везде стоят диоды. Как в поворотниках, как в габаритах, так в ближнем и дальнем свете. Цвета на самом деле автомобилю хватает прям, ну, за глаза. После Jetta я сажусь в свой Passat, где тоже стоят линзы 3 дюйма, и они адаптивны, но там ксенон, но этого не хватает. Шейвинг бампера. Мы убрали выемку под номер, то есть она здесь есть вот такая с завода. Это все убралось. Оставили поворотники, я даже думал убирать поворотники, но этого не стал делать. Стоят фифты темные, оригинальные поворотники, на них сетки, ну, типа реплика Камей. Из бампера убрали противотуманные фары, немного его зашевели снизу и поставили туда воздуховоды на охлаждение суппортов, потому что колодки стоят спортивные и им нужно прямое охлаждение, чтобы они всегда работали суперэффективно. Стоят GTX клыки оригинальные заводские, GTX губа. И почему, вы спросите, мы не сделали из губы охлаждение тормозов? Ну, потому что так, скорее всего, было проще и на самом деле не хотелось дрявить губу. В этом году мы еще сделали DTM обвес в стиле, ну, почти Камей, но больше кастомный, я бы сказал. Сделали переднюю губу с выемкой посередине. Все это выглядит на самом деле гармонично, круто. Я еще собирался делать ливрею, но в этом году она сделалась поздно, поэтому я от этого отказался. И в этом году тачка выглядит именно так. В следующем году всего обвеса, который вы видите на автомобиле, не будет. По передней части, в принципе, все. Но я бы еще добавил, что решетка без значка, это Matic, она немножко кривовата, ну вообще в большинстве своем в ралли-фронте она немножко кривовата, потому что большая прямая плоскость толстого пластика, невозможно ее вывести настолько ровно, время идет, пластик гнется, кривится, греется, охлаждается, поэтому у всех они выглядят вот так, очень мало людей, у кого ралли-фронт выглядит прям идеально. И монодворник by Bonrad. Это оригинальный by Bonrad вместе с поводком, с механизмом. Все работает четко, классно. Но пользуюсь я им крайне редко, потому что автомобиль катается только в хорошую погоду. Он весь в антидожде, на воске. Короче, все красиво. Пойдемте дальше и расскажу, что там сбоку автомобиля. Поговорим об экстерьере сбоку автомобиля. Что сделано и что будет сделано или поменяется. Итак, начнем. Обвес. Сначала начнем с оригинального обвеса. Это G60 оригинал, снятый не с G60 гольфа, а с кантрика. Там, в принципе, все то же самое. Пороги оригинал GTX, задняя арка G60, но сюда мы переделали выемку под молдинг, потому что мне нравится, когда остается широкий молдинг, потому что он сочетается с линией бампера намного интереснее, чем узкий. Ну, как будто дизайнеры немножко бались с рестайлингом. Шильдик 16S, он оригинальный, он уберется в следующем году, потому что машина уже не 16-клапанная, а 20-клапанная, и двигатель стоит совершенно другой. Мы сделали уникальные шильдики, которые есть только у меня в мире, которые будут подарены этому автомобилю. То есть это будет 20 VT шильдик и название команды Word, с которой мы с Егорычем строим этот автомобиль. Дальше идет хороший массивный сплиттер, не просто вырезан из ПВХ рекламки, а сделан добротно, продувался, работает в принципе тоже хорошо. Что в следующем году изменится здесь? Я сказал уже про шильдик.
Задние арки будут выглядеть иначе. Мы возьмем переднюю арку G60, которая есть у меня в запасе, оригинальная, и мы ее переделаем назад, то есть они будут перепаяны, и задняя арка будет такой же ширины, как и передняя. Для чего это сделано? Делается для того, чтобы расширить в первую очередь автомобиль, во вторую очередь практически убрать развал, чтобы он был как впереди примерно 2,5 градуса, сейчас сзади 4,5. И тачка будет намного массивнее и лучше ехать по прямой. Это, конечно же, не драгстер, как многие думают, что типа закинул турбомотор, все, тачка мега быстро. Нет, она едет средние 6 секунд, низкие, средние, высокие. Все зависит от зацепа. Она на моноприводе и резаться под полный привод не будет. Не хочу корчевания, меня устраивает. Машина строилась для эмоций, и я от нее эмоции получаю сполна. На стеклах автомобиля вы видите легкую тонировочку 50% ради того, чтобы убрать ультрафиолет с салона. Лобовое стекло тоже немного затонировано, но 70% светопропускаемость. Опять же, чтобы убрать от панели, которая перешита в эко-кожу, ультрафиолетовые лучи. Вот и все. Ну и в машине на самом деле не так-то и жарко. Перейдем к задней части авто и расскажу о ней. Там есть пару таких вещей, которыми я сильно-сильно горжусь. Каждый сезон я привык удивлять чем-то своих друзей, подписчиков и просто знакомых. Какими-то доработками в тачке, чтобы изменить ее внешний или внутренний вид. В этом году это, конечно же, весь обвес, который мы сделали с компанией DM Service из Гродно. Димончик, спасибо большое. Качество работ на высоте, но по времени были косяки. Ну, у всех бывают косяки в жизни, ничего страшного. Опять же повторюсь, обвеса в следующем году не будет. В следующем году мы сделаем небольшую губу на задний бампер, чтобы добавить обвесу, как бы заводскому обвесу, назад губу, потому что ВАК страдает тем, что задний бампер всегда выше, чем обычно весь автомобиль, то есть пороги и передний бампер. Сделали диффузор более агрессивный, хотели раздвоить выхлоп, но диффузор остается только на этот год, поэтому решили не пилить бампер, не делать вторую трубу, скажем так. Насадки на выхлопа из нержавейки. Дима Глушаков, привет. Сделал отличные мне насадки, я уже катаюсь несколько лет с ними. Дальше по заднице. Идем. Фонари, полная диодизация. В тачке нет ни одной лампочки. Что в поворотниках, что в заднем ходе. То есть везде все моргает, все работает красиво. Рестайлинговая бленда, потому что рестайлинг автомобилю сделан полностью. Window Louvers на стекле, моя гордость, обожаю. Ее нашел случайно, повезло, сильно повезло с ним. Открасили в структуру, чтобы было вместе с бамперами сочетание отличное, потому что он был в таком себе состоянии. И, конечно же, моя гордость, которую я придумал и жил с ней 2 года, это первый в мире активный спойлер на МК2. Он поднимается, как Volkswagen Corrado, и опускается. Его можно остановить практически на любом положении. Можно в максимальном, можно в среднем. Короче, как хотите. То есть им можно управлять без проблем с салона. Еще мы со спойлером сделали такую штуку. Спойлер сделан по лекалам моего заводского GTX-спойлера. Но мы удлинили его на 4 сантиметра. То есть полностью новый спойлер сделали еще больше, чтобы он дал больше угол как бы к бамперу, чтобы они сочетались лучше, и выкрасили его в цвет кузова, потому что в ресте, когда идет пластиковый спойлер, он покрашен именно в цвет кузова. Вот такой утиный хвост, да еще и активный. Кто еще так умеет? Белорусы, будь планету. Вот такие крутые доработки у нас в этом году по задней части Jetta. Поговорим о внутренней части багажника, потому что здесь есть тоже изменения в этом году. Здесь появился аккумулятор, сабвуфер, полноразмерная запаска здесь была, появились большие динамики на хороших подиумах, 2 усилителя и подсветка багажника. И, конечно же, механизм спойлера от Corrado. Сюда ребята из DM Service тоже сделали, скажем так, декоративный пластик. Я его обшил карпетом, он с рамкой верт, очень красивый, мы приложим фотографию. Но я пока не мог подобрать хорошие клипсы, потому что
сам пластик очень большой, он с изгибом, и то выщелкивается здесь. То есть он тяжелый, массивный. Нужно будет еще поработать с креплениями, но это мы оставим уже на следующий год, когда машину будем собирать с покраской. Итак, по музычке я все доработал. Спасибо Роме Turbo Sound, который сделал мне отличный сабвуфер, который вынимается без снятия распорки. Достаешь запаску, откручиваешь его внутри, он прикреплен к стенке салона и играет внутрь. Там две башки Rockford Fosgate 10, два усилителя, один идет на 4 динамика, то есть два этих и два передних. Там еще пищалки с кроссовером и один усилитель идет на две башки сабвуфера. Все играет отлично, упор делали именно на качество звучания. Ни на громкость, ни на басуху, именно качество звучания. Я люблю качество, а не ибоны, когда просто трясется номер и непонятно, что играет. Поэтому все, кто хочет себе хорошую качественную музыку, обращайтесь к Роману. Очень педантичный и правильный человек с большими знаниями в автозвуке. Как я говорил ранее, в автомобиле нет ни одной лампы накала и даже в подсветке номерной рамки. Обращайтесь в компанию DBS Buy, они сделают вам рамку с любым названием или текстом, которое вы сюда хотите поместить. Уже в этом году я добавил рамку и изменив ее с прошлой рамки на GTX 20VT. Раньше была GTX 16S. Шильдики еще не изменил, но рамку уже изменил. В следующем году она будет стоять тоже здесь. Подсветка номера. Мы взяли плафоны от Volkswagen Golf 4, диодные, и внедрили их в крышку багажника от Jetta, потому что заводские плафоны постоянно пылятся, если даже там стоят диоды, они постоянно грязные и так далее. Здесь плафон полностью запаян, отлично светит, отражает от черной бленды, и он светит не ярко. То есть номер видно хорошо, четко, без точечек, ну то есть распыляет свет отлично. Вот такие небольшие еще доработки по диодизации автомобиля. Если вы беспокоитесь за безопасность своих автомобилей и своего лакокрасочного покрытия, заезжайте на автомойку H3O. Я обслуживаю свои автомобили именно у них, потому что они отвечают за качество и безопасность ЛКП. Лучшая автомойка в городе. H3O. Моя любовь и гордость. Диски BBS. BBS Wheels – лучшие диски на планете. Это лично мое мнение, субъективное. Можете соглашаться, можете нет. Об этих колесах я мечтал еще как только, наверное, начал гонять тачку из гаража. Потому что BBS RS для второго поколения, для третьего, для четвертого, для первого – это просто идеальные колеса. А когда BBS RS у тебя с автомобиля под названием Golf MK2 Rigger, которые с завода были в размерах 8,5 и 11,5G, если мне не изменяет память, на резине там 285-40-15, то это ну просто космос. Это на задней оси, впереди было 215-40. Такой гольф был у нас в Белоруссии, он был давно разобран, и эти колеса ждали меня в Гомеле в сарае 8 лет. И по счастливой случайности мне удалось их приобрести за адекватные деньги, но я пошел немножко дальше. 15 размер колеса меня не совсем устраивал, потому что резины достаточно низкой на него нет. И делать стенс-проект мне не очень хотелось и лежать на полу на 15-х колесах. Поэтому было принято решение приобрести новые степ-полки и степ-бочки, чтобы расширить диаметр диска. Сам центр у нас, если быть точным, 14,5 дюймов. Бочка и полка расширяет его до 16 дюймов, то есть у нас в итоге получается 16-дюймовые колеса. На нержавеющей полке в 3,5 дюйма в круг. Это Radinox, одна из лучших и самых прочных сталей в мире. Им вообще ничего не может быть, если ты попадаешь в бордюр, царапаешься, вообще ничего. То есть вот диски выглядят так спустя 3 года. То есть я их ни разу не полировал, не покрывал пастами, ни защитой, ничем. Просто любой химией моешься и поехал. Центра отхромированы были в Москве. Болтики и центральная гайка были сделаны у нас в Минске. Это типа позолота на заводе Луч было сделано. Но что будет сделано с колесами в будущем? Они сейчас в параметрах 16-9-9,5. Заднюю ось мы расширим, ну то есть арками, и соответственно нам нужна немножко выше резина. И из-за этого мы сделаем колеса 9 в круг, чтобы колеса были одинакового диаметра абсолютно везде. С одинаковым развалом, с одинаковыми параметрами. Это будет гармоничное заполнение арки колесом. Резина на них натянута 215-35, Hankook, EVO S2. И резина показывает себя на самом деле отлично. Зацепа из-за такой мощности монопривода не очень хватает, но за счет ее размера
ширины и то, что она мало мерит, выглядит отлично, она меня устраивает. Это уже второй комплект, который я себе приобрел. В следующем году мы уберем с болтиков золото, будет все в хроме и будет, скорее всего, Color Cups белые. Они у меня есть вторым комплектом, я их тоже покупал, это тоже дорогая такая штука. Для них просто капсы стоят около 150-250 евро за комплект, просто за колпачки. Колпачки на Непеля, привет тиктокерам, тоже оригинальная ВБС, но вы их не снимете, потому что тачка никогда не стоит на улице. И зажимаются ключом, поэтому надеюсь, что они останутся у меня, я их год искал. С гравировочкой ВБС все красиво и нарядно. Ну, как вы можете видеть, ВБС теперь со мной на всю жизнь. И у меня теперь 5 колес ВБС RS Rear. Вот такие отличные колеса. За колесами скрываются тормоза 280 мм. Это с Galfaga 60, диски Brembo с насечками, колодки HAF к HP+. Тормозят великолепно, после даже ATE керамик. Ну, такое себе ATE было по сравнению с хавком. Ни разу диск не перегрелся. С любых скоростей, с 20, с 25 останавливает в ноль. Ну, немножко начинает пахнуть, но никогда не повело ни диск, и педалька никогда не становилась дубовой. Поэтому всем рекомендую заниматься тормозами и ставить себе спортколодки. Задние тормоза у нас стоки, там стоят колодки ATE, 224 мм диск. Ничего не делалось, этого мне достаточно. В принципе, все, пойдемте дальше. Моторный отсек Jetta GTX 16S, пока что 16S, но уже с двигателем 20 ВТ, то есть 5 клапанов на цилиндр, 4-цилиндровый 1.8 турбодвигатель с Audi TT. В стоке этот мотор выдает 224 силы, но мы пошли немножко дальше, но не совсем далеко. Поставили большой интеркулер фронтальный, он там спрятан под бампером, он черного цвета, я не хотел, чтобы он выделялся. Сделали выпуск Downpipe, Димаш Глушаков, привет, респект тебе за это, поставили холодный впуск и сделали чиптюнинг от Саши Ананьева. Все работает хорошо, достойно едет, мне нравится, очень эмоционально, звучит круто, как и всасывает воздух, так и звук выхлопа. Но после КР, конечно, звук выхлопа не такой. КР — это двигатель, который был здесь до этого, ну почти до этого, это уже третий двигатель в этой машине. Те, кто следит за мной, знают, что в этом году один мотор 20-клапанный у меня умер, и пришлось быстренько-быстренько за 6 дней воскресить тачку, и мы вкинули третий мотор. А КР, который был, он был хорошо доработан именно нами, мы с Егорычем его доработали достаточно хорошо, влили туда энную сумму денег, но я решил не идти дальше, потому что я не очень люблю корчи. Корчи, конечно, как автомобили, это очень хорошо, это рабочие лошадки, в них нужно работать. Но этот автомобиль — это не корч, это автомобиль выходного дня, и здесь хочется стабильности. Хочется сесть, завести его без проблем и поехать в любую точку, грубо говоря, планеты, да, или попутешествовать на нем, там, на фестиваль на какой-нибудь. И чтобы у тебя не было проблем с мегасквиртами, с валами, там, и так далее. Все должно работать стабильно. Выше 200 моих там примерно 60 сил идти я, наверное, не собираюсь, потому что все, что дальше, это полный привод, ну или пересаживаться на полуслик. А внешний вид автомобиля строился именно под эту резину, эти колеса, поэтому все остается как есть, меня это устраивает. Здесь как бы все в порядке под капотом, но одна из вот вещей, почему я хочу красить машину, это подкапотное пространство. Здесь нужно позаваривать некоторые мелкие дырочки, поубирать заводской герметик, распорку выкрасить. Под щитом мы сделали в этом году тоже кастомный большой термоэкран, потому что от турбины идет очень-очень большой жар. Выпуск тоже обмотан термолентой, чтобы все убрать жар из салона. В тачке нет кондея, это безумно плохо. Но если бы не мотор, то, скорее всего, мы бы поставили в этом году сюда еще и кондей. Есть там махинации, как можно сюда поставить именно радиатор кондиционера. В принципе, по подкапотке все, меня все устраивает, все отлично работает, поэтому всем рекомендую не корчеваться, если хотите стабильности, а поставить более современный двигатель, потому что сейчас моторов на самом деле в мире много, которые с завода, может быть, там 2 литра или 2,5, которые выдают 300 плюс сил. Зачем вам корч с 1,8 и какими-то постоянными проблемами? Тюнингуйтесь правильно. Красный является седаном, но без заднего ряда сидений, потому что автомобиль выходного дня, и мне достаточно одного пассажира. Но это сделано еще из-за каркаса. Когда-то я делал этот каркас в компании
у ребят в X-Garage, делают отличные каркасы, ну, когда-то этим занимались. Сзади стоит распорка на стаканы, и каркас этот, короче, делался под задний диван, который был от Passat B3 VR6. Потом мы решили вообще от него избавиться. Сейчас вот здесь в стенке встроена двойная сетка, то есть там стоит две башки саба, они абсолютно спрятаны. На задней полке тоже два динамика больших, но они тоже спрятаны. То есть я люблю, когда вроде бы играет, ну, играет хорошо, но ничего не видно. Все как бы практически в стоке. Еще установили подсветку каркаса. Я с ней езжу уже пару лет. Вечером она выглядит просто офигительно. Она, опять же, не яркая. Работает классно. Она белого цвета, как и вся подсветка в салоне. Тоже диодная. И отлично освещает каркас. То есть с улицы его лучше видно. В следующем году, как и на дисках, мы уберем золото. То есть золотого каркаса уже не будет. Он покрасится в цвет кузова и будет, ну, может, менее заметен, может, более. Не знаю. Посмотрим. Может быть, переделаем цвет спинки сидений. Но это не точно. В этом году сделали, наконец-то дошили еще ручки. Я давно мечтал обшить пластиковые ручки. Они обшиты внутри натуральной кожей, мягенькой, и здесь алькантары тоже натуральные. То есть теперь браться за ручку намного приятнее. Погнали на передний ряд и поговорим о нем. Одно из самых любимых мест на планете, в котором я люблю находиться, это салон моей красной опасной. Салон выдержан в OEM стиле, но с достаточным количеством доработок. Весь салон обшит в натуральную кожу, эко-кожу, в натуральную алькантару или в лучший заменитель, который есть на планете Земля. Детали, которые ты трогаешь руками, которые перед твоими глазами, это все в натуральной коже или алькантаре. Там, где, допустим, сама торпеда, которую ты не трогаешь руками, она в эко-коже. Эко-кожа даже лучше держит ультрафиолетовые лучи, не так растягивается и дольше ходит, поэтому выбор пал именно на нее. Это эко-кожа от Мерседеса. В Мерседесах ставится ровно такая же. Перешиты полностью дверные карты с красной строчкой, все черненькое. Добавлены хром-ручки, и в этом году мы перешили сами ручки открывания и закрытия дверей. Я давно об этом мечтал. Здесь натуральная кожа, натуральная алькантара. Теперь при закрытии и открытии автомобиля трогать это намного приятнее. В этом году наконец-то дошили центральную консоль, то есть бороду. Обшили ее тоже в эко-кожу с красной строчкой. И здесь сделали переход алькантары, потому что все карманы снизу сделаны из алькантары, как центр сидений тоже, чтобы это все гармонировало. Вернули вместо красного чехла черный на кулису КПП и поставили в этом году новый руль от Лупа. Он здесь вообще с завода идет, кожаные вставки вот здесь, подушки. А сама центральная часть идет из магния. Она белого цвета, но мы, чтобы это все гармонировало с нашим салоном, сделали это в натуральную алькантару, и теперь это все выглядит просто офигительно. Спрятали, когда делали музыку, пищалки, то есть здесь их уже нету, но треугольники я еще не убрал, это я уберу зимой. Теперь пищалки находятся здесь, как в родных местах. Ну, в Гольфе во втором иногда тут стоят динамики. Пищалки там, то есть сцена отражается теперь, как и бас, от стекла и играет более гармонично. В этом сезоне добавили сюда еще регулятор на сабвуфер, чтобы не лазить долго в магнитоле. Если ты куда-то подъехал или с кем-то едешь, тебе нужно выключить саб, ты просто его быстро регулируешь, и все. Кнопка открытия спойлера, кнопка подсветки каркаса, подогрев заднего стекла, туманки, которые сейчас, которых их нет, корректор фар, он тоже отключен, потому что ралли-фронт, бортовой компьютер, поворотники, BMW, привет. Доп-датчики у нас стоят, ВДО, Ориго, температура масла, давление масла и вольтметр. Еще в этом году сделали новую кастомную рамку под переключение скоростей печки и температуры. Здесь теперь GTX 20VT с белой подсветкой. Опять же, единственное в мире. На бардачке вы можете видеть значок Porsche. Так ставилось, такие фишечки были вместо замков на старых Porsche 70-80-х годов. В принципе, по салончику я бы закончил. Ну, потолок весь в алькантаре. Все круто, красиво. В сиденьях мы красили строчку с белой на красную. Да, перешит ручник, тоже перешивали ручник, чтобы тоже не было никакого пластика. Вообще, я даже пытался убрать пластик настолько максимально из салона, что пытались даже разобрать зеркало и зашить его в алькантару с
красной строчкой, но, к сожалению, разобрать зеркало не получилось. Есть разборные зеркала, есть неразборные. В МК2 неразборные, знаете об этом. Поэтому, если вы захотите, придется или ломать, или клеить наверх новое зеркало. Может быть, еще зимой попробуем это сделать. Красный ковер я решил оставить. В следующем году у меня были мысли вернуть черный, но с красным, конечно, выглядит это все намного круче под красный салон и под экстерьер красно-черного автомобиля. Поэтому здесь все сочетается просто великолепно. Ну что, я его поехал кататься и получать удовольствие от пролетов, которые вы увидите. Автомобилем, потому что когда ты открываешь гараж и видишь, что у тебя стоит такая пушка, это приятно. И то, что вы ее построили с другом. Егорич, тебе привет и огромное-огромное спасибо. Мы сделали крутой проект. Я горжусь этой тачкой. Ребят, наш выпуск подходит к концу. Вот такой обзор мы сняли на красную, мою опасную. Хотелось бы сказать, ну что, о машине, наверное. Плюсы и минусы. Плюсы, да их тьма. Это моя душа, моя машина, моя любовь. Я получаю от нее максимальное удовольствие. Ну, каждый день, когда ее вижу, неважно, езжу я на ней или нет. А минусы, ну минусы, наверное, минус только один. Он на клемме аккумулятора. Больше минусов этой тачки нет, я вам отвечаю. Хотелось бы выразить благодарность всем тем, кто прикоснулся рукой, ключом, деньгой, делом, лампочкой, любым вообще, любой вещью к этому автомобилю и сделал что-то хорошее с ним. Спасибо, ребят, всем, кто сотрудничает со мной, помогает мне, потому что это дорогого стоит. Огромное спасибо моей команде, Леха, тебе лично, ты красавчик. Спасибо ребятам из Presale Studio, приезжайте к ним, подготавливайте свои автомобили к продаже, ухаживайте за ними, и ваш автомобиль продастся стопудово быстрее. Отвечаю. Нашему генеральному партнеру огромный респект, магазину обуви Airshop, партнеру автомоечки H3O тоже респект. С вами был Никитос, команда Автокульт. Подписывайся на канал, ставь лайк. Это была красная, опасная.